прочим. Голубой Александр Македонский, между прочим. Голубой Александр Македонский, между прочим. Голубой Александр. Уа-уа. 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 Александр Македонский, между прочим. Голубой 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 Александр Македонский, между прочим. Голубой. Чего? Ага. Фух. Такое ощущение, что где-то еще играют тут рядом, нет? Мне уже кажется. Потеют точно. Нет, ну какой-то музыка откуда-то. Нет? Ну ладно. Ерунда, я ничего не пил, нет, нет. А пил алкогольное? Было. Фух. А мы фишку, то есть фиш-фабрик поздравили с днем рождения. Братцы, вы пришли сегодня не просто на концерт этой группы, а поздравить фиш-фабрик с очередным днем рождения. Дай бог еще столько же лет нам будут давать возможность поиграть здесь. Все-таки хоть где-то пускают еще пока. Так что пусть пускают еще нас, да. А вас пускают послушать. Пиво!
пиво! Стаканчик небесного пива! Пиво! Все было довольно мило. Желаю и вам как-нибудь нажраться небесного пива. Немножко погромче сделать. И не везде. Слышу вообще себя. Не слышно, Мона. И Мотю сейчас будет не слышно. Мотя, иди сюда на сцену. Это любимая песня моих сыновей. Давай, хоре пить. Да, пожалуйста, пожалуйста. Так, извиняюсь. Здрасте! Сейчас Антон Юрьевич скажет, хуёво вы играете без меня. Тут дети, Андрей. Я бы не ставил их ними. Иди, Аспар, подальше от этого дяди. Дядя! Ритмы не услышат. Я смотрю вам в глаза, они у вас открыты, а у вас там борщ, а у вас там котлеты. Это неправильно, нет, в глазах не должно быть борща и котлет. В желудке должны они находиться, чтобы как следует перевариться. Я смотрю вам в глаза, они у вас открыты, а у вас там цветы, а у вас там газеты. Это неправильно, нет, в глазах не должно быть цветов и газет, в руках должны они находиться,
только тогда смогут вам пригодиться. Ой, нари, 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 нари. Ой, нари, 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 нари. Я смотрю вам в глаза, они у вас открыты, а у вас там бред, и ничего, кроме бреда. О, это неправильно, нет. Плохо, когда в глазах только бред. Уж лучше пусть будут там еще газеты, цветы и котлеты с борщом. Спасибо, Мотя, спасибо, дорогой. Пожалуйста, молодому исполнителю отдельные аплодисменты. А? Вот. Ему тяжело петь сейчас будет, он это наорал. Давайте сыграем к Латифунди, им-то все равно. Поточнее, брат, а? Давай не умничай. Раз, два, три. Еще, давай, Родич. Давай. Ты меня сбил со своим умничанием. Я тут так и понял. Раз, два, три. Thank you.
Последняя песня героя называется песня. Она вот такая старая песня была написана для Гриши Сологуба когда-то. Чтобы он ее сказал. Луна по ночам надевает фату. Море напяливает рубашку. Я поимею и эту, и ту. Я технический Чебурашка. Остался один я, мне скоро пиздец, скоро пиздец Чебурашке, 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 скоро пиздец Чебурашке.
сильно, да, спасибо, Мон. А то... Оля, можно реверку добавить? Ач? Стих прям. Сейчас, Таня, сразу говорю, Андрей, я хочу от тебя пиздюлей. Вот. Это гораздо реальнее. Заливе, Карабагас гол.
Это была группа «Два самолета» из Санкт-Петербурга. С днем рождения, Фишфабрик! Все, а сейчас следующая группа выступит. Ура!